Здесь он такой пиздорез был, ебать его в рот. Чё? Самый ебанутый день нахуй за все время, пока я здесь. Самый, сука, тяжелый и страшный нахуй. В 5 Что там утра было? начали, прикинь, нашу посадку, где мы спим. Прямо возле нас, как начали грады нахуй. Буф-буф-буф-буф. Это просто пизда, Леха, была вообще. Это просто пизда нахуй. Прямо рядом с моим нахуй окопом я сплю, как начали разрываться нахуй грады. Охуеть. Поехали на огневую, блядь, ее доделывать. Приезжаем, копаем нахуй окопы. Приезжают две или три самоходки. Ага. Да, сука, птичка считала нахуй. А у нас ковш копает, там большие окопы копают ковш. А так человеческие окопы. Ну, для себя я всегда сам копаю вручную. Ага. Там уебанцы копают. Ковш нахуй птичка считала, как начал нахуй за 152-кой накладывать. Мы нахуй еле ноги унесли, в убежище сидим. Нас просидели, командир говорит, пошлите нахуй снова, типа туда что надо идти доделывать. Приходим, как начали нахуй нас петушить из двух орудий. Ёб твою дивизию. Мы как нахуй съебались оттуда. Просто, Ну блин, так унесли бабку. контроль от вас уже выкупили, вам надо съебывать оттуда нахуй. Да и, блядь, я ему сразу сказал, все, нахуй, они нас читали, хули, вот сейчас мы туда пойдем. Нам пизда, ебаная, вроде бы, мы сейчас туда пойдем. Ну что, теперь не идти, что ли, первый раз, что ли, обстреливают? Нас так начали, нас огнем, мы нахуй съебывали оттуда пешком, нахуй, нас сопровождали огнем. Короче, минут 40 нас просто там петушили по-жесткому, нахуй. Везде сегодня контрбатарейная война, дикая. Нихуя у вас там лупило. Ты че, это пиздец, это целый день вот такая хуйня. Нахуй. Это, блядь, это не передать, это просто нахуй не передать, это артиллерия, это ебанутая нахуй вообще, конечно. Вообще, блядь, хуй знает. О, с той стороны разрывы слышу. Рады нахуй прилетели туда. И слышу, вся вот эта блядство ебаная, как это пережить, не знаю. Вообще не знаю, как только выжить хотя бы, блядь.